Сильно куда там все, не стойте там, не стойте, пойдемте уже, начинаем. Макгрегор, иди, начинай. Давайте рост, ебейте, босс. За гроток следить. Если вылазит здоровенное дерево, все прячемся вот под грибы, под грибы. Выводи сюда в синий квадрат. Все, бьем и бьем Фрейя. За РГМ. Эника забирай и... Ой, Покемонска, забирай этого душевого моба на себя. Грибами стоим. Байонара, видите? Надо следить его. Лики, притяни его. Слили и босса убьем. Грибы опять встаем. Каст. Убивайте босс. Бейте, бейте босс. Изи. Изи, изи, real talk, think now. Сколок. Так. Что у нас там интересно есть? Сколок. Трися, ты же забираешь, да? Да. Катя, сколки фул, да? Давайте кисти руку латные роли. Так, Магры. С нами Мирона. Так, нужна Лата Рольч. Нет, сейчас идем на этого, на Торима. На Торима, да. Так, Фотон. Под молнией, да? И без смерти будем делать. Куда телепортироваться? Никуда не надо. Да, налево иди и все. Как с комнаты выходишь. Пойду бьюсь. Разбойник, рыцарь смерти, маг, друид. Вот я сейчас скинул на ролл. Кто выиграл, помогите. Огненный мяу. Друид, да? Забираешь. Профу в ПМ, кожевники ролить. Кожевничество есть, да, Настя? А если я кинул ролл чуть раньше, это не в счет уже? Рольчи сверху. Да, сорян. Да, хорошо, я понял. Рольчи сверху. Ну, Зубрина вроде выиграл. Пробовала. Ларь, Рольчи алхимики только, он не передается. Там сейчас идем. На Торима. Никому одну. Давайте кинжал забирать, кому нужен будет себе. Конграфить выиграл. Да. Распылю, продам. Так, смотрите, Макгрегор спекает. Там Васап спрашивает, нужен ли кто в льде. Сейчас спрошу. Ах, чем? Только я этого, блядь, братана не знаю, как там все, он, блядь, танчил. Ничего страшного, будешь учиться. Давайте подумаем, кто нам нужен. Так, два хэппала, эрдру. Сова нам нужна. Еще одна. Демон. Так, а кто, пацаны, спекнуться может в ДЦ? О, Жека, тут у типка, слышишь? Может ДЦ спекнуться? Да, могу. Кстати, пока не заходите, я вам сейчас объясню, что делать будем. Будем, короче, делать без смертей. Хз, я вообще делали вы или нет? Хоть раз. Делали или нет? Да. Так. Давай же к спекусе.
Будет Ршам. Кстати, шкаф тут на лестницах прямо еще засуманил. Вместо кого ты его взял, у меня же фолд был. Ну, изи вышел, не знаю, где он будет. А какие, кто у тебя, сова? Могу, наверное, взять. Смотрю, вердру у вас нет. Нет, кисик, будь вердру лучше. Даня, а у тебя есть этот элем? Энг. Ну я могу на ШП зайти, на сову там, на РДКОД. На локу. Заходи на сову, если хочешь. Вот нормально вообще. Сейчас ждем Даню, короче, начинаем. Смотрите, ребята. Сейчас прописывайте все рендж 12, комнату зачистим, все на рендж будем вставать 12 метров. Как раньше сурка убивали когда-то очень давно. Короче, суть в том, если вы тут в одной точке стоите, даже танки, вас будет ваншотать от цепухи. Никакие тут ачивки делать не будем. Сделаем только кровожадность. Фотона попросим, или кто у нас там нормальный тип-то, Зулдрина, законтролить нам моба. Станем все на рендж и тупо будем в босса вливаться. Так, сейчас тут, короче, зачистим трэш, встанем на свои места, кто как будет стоять, и в комнату пойдем. Кто в комнату? А сейчас Даня пришла. Я никак... Чем контролить его-то? Я никогда не контролила. Контроль разума. Холли Локи, ты контролила хоть раз? Холли Локи. Здесь. А фотон? Повороты 4 вроде, да, фотоном? Контролил хоть раз или нет? Моба. Не-не-не, Жека, ты ДЦ будешь. Короче, смотри, Зулдрина. Страш называется как завоеватель. Он выходит из стенки. Самый первый он выйдет. Вы его не трогаете. Да, я поставлю метку. Ты его контроль над разумом законтролишь просто и все. И будешь где-нибудь в сторонке стоять. А где именно, сейчас я тебе скажу. Теперь смотрим внимательно, у нас Поклонская и Макгрегор танчит. Макгрегор, ты в комнате? А у меня написано, что я могу контролировать не выше 32 уровня. Это нормально? Какой у тебя левел контроль? Не знаю, у меня не написано левел. Ладно, тогда не будем оба контролить. Так, ты говоришь, я в комнату. Хорошо, я пойду в комнату, все без проблем. Но объясни, что там делать. Так, а еще кто в комнату пойдет хилить? Сейчас, давайте приглянемся сразу. А ты на светодаре сидишь? Да. Так, еще, подождите, сейчас насчет хилов. Давайте, идет туда Макгрегор и 6-7 ДД, плюсаните в чат, кто пойдет. Вуди Аллен уже вижу, Ралли, идите ни к чем. Только, пацаны, вы не вливаетесь сразу в мобов. Вы ждете секунды 4, пока она агрит. Короче, если дохнете в комнате, я вам 500 гп даю. Это минимум, самый сразу говорю. Поэтому ждете, пока танк сагрит. И потом уже вливаетесь. Так, там я Макгрегор тут снаружи остаюсь. Да-да-да, Макгрегор танчит. Ну, Светодар, иди в комнату тогда, похилишь там. Ты там был, Макгрегор? Честно, я там не был, ни разу не был, короче. Короче, смотри, там в конце комнаты, в конце туннеля стоит моб, он кастует либо из правой руки, либо из левой такую ракету. Вот, и, соответственно, надо перебегать. Если он справа ее кастует, ну, перебегаем в другую сторону. Потому что, когда он ее выкастовывает, она вот так вот летит в нас с этой стороны, там, с правой или с левой. Мощный урон наносит, и все. Ну, и танчим мобов, держи на сетом. Все. Окей. Короче, сложно. Я бы поставил Вайда, рассказал бы ему врага, что делать надо, чтобы он по дебафу менялся, но его уже нету врага, блядь. Ну так сейчас сложно. Сейчас все сделаю. Три, Макгрегора, надежда на тебя. Я тебе даю квадрат. Плохо, за ним бегайте. Когда на меня надеются люди.
Так, еще раз, кто в комнату идет? Макгрегор, Светодар и сколько там? 5-6 ДД, ставьте плюс в чат. Вуди Аллен, Ралли, Никчем, помню. Нере Варен, иди, да, Васап, ты идешь. И еще один какой-нибудь, Хамп, например, будь в теме. Бывал в комнате, пойдешь? Все, отлично, вы идете в комнату, все остальные остаемся тут, снаружи. Я даю метку, круг, и стоим все во мне. Давайте этот трэш сливаем, Макгрегор, иди, забирай этого большого моба и отворачивай от рейда. Поклонска, ты весь мелкий трэш собирай. Дальнего не агрите, пока очень важно. Не-не-не, дальнего не агрите. Сейчас этот трэш, короче, сливаем и расходимся на рейндж. 8-12 метров друг от друга, чтобы вас цепуха не ваншотила. Это тут самое основное. Вы хотите без смертей. Да, это на второй фазе. Да-да-да, это на второй фазе. На первой фазе будем все в центре стоять. Да, есть дуду типка. Ребята, все, киньте овцу этому мобу, только давайте быстрее, у нас меньше минуты, чтобы встать на места. Так, давайте смотрите, босс будет тут вот в центре стоять. Милики, вы стоите тоже 8-12 метров друг от друга. Хорошо, набирайте все раньше, ребята, вообще максимальный просто, с мили-зоны максимально набирайте. Расходитесь по комнате, не бойтесь, и сделайте без смертей. Одна из топовых ачивок тут у людей. Вы расходитесь по вот этой части комнаты, которая ближе к входу, потому что там спрыгнем мы еще сверху и там встанем. Да, вот расходитесь, запоминайте примерно, кто где стоит. ШПшки, там маги, максимально рейндж набираете. Все, и танки, вы стоите треугольником, вы в одной точке тоже не стоите, а то вас ваншотит. И вы меняетесь по дебафу, слышишь? Макгрегор, Поклонская. Вы меняетесь по дебафу. Какой дебаф я должен? Так, сейчас я тебе скажу. Сейчас, 5 секунд. Дисбалансирующий удар. Только на тебя, короче, повесился, Поклонска сразу забираешь. Слышишь? Если понял, поставь плюс у тебя в Поклонска. Да. Милики, вы вообще можете в натуре там у стен побегать. Просто РДДшки зальют. Все, давайте очекну. Еще вопрос. Когда со стен молния ебашит, мне в это время как действовать? Надо добегать до стенки? Или ничего как? Не делаем, мы молнию будем игнорить. Когда делается ачивка без смертей, молния игнорится. Вы просто стоите на месте. Тут главное рейндж соблюдать, чтобы цепуха вас не убила. А я просто к вам ко всем. Я могу к меточке подбежать, чувствовать себя там в безопасности? Ты, я еще раз говорю, Макгрегор, Поклонска, вы стоите в центре, только не в одной точке, и танчите босса. Получили дебаф дисбалансирующий удар, прожались, другой танк забирает. Да, все, понял. Не надо ничего делать. Understand. Погнали. Подожди, Вуди Аллен, подходи. Я тут. Так, я иду в комнату. Нет, ты снаружи остаешься, повороте. А че? Там интереснее. Так, Поклонска, ты тут, нет? Еще раз повторяю, забейте на ДПС на третьей фазе. Вы должны просто разойтись друг от друга очень далеко. Будете стоять в одной точке, подохните. Ждите, Поклонская, нет? Поклоныч, ты тут? Тут. Все, вижу. Поклонская остается снаружи. Все, давайте убивайте моба и заходите. Давайте сливаем его. Идите в кишку, только ребята, играйте точечно. По таргету босса, этого Макгрегора. Не подыхайте там. 500 ГП кто подохнет. Видишь, справа стреляет. Давайте, тут сейчас все в точку на арене. Командуйте там. Никчем АФК, что ли. Грохин, вправо. Кружочек все, да, кружочек. Идите в центр пока, да. Там, ты смотришь, мёртвый, блядь. Завивателя бейте. Кто в кишке... Кто в кишку не заходил, кто снаружи. Для вас всегда приоритет защитник. Макгрегор налево. Погрим, а бог. Направо. Направо. Дайте сыгру. Защитник. Ребята, в трусы срочно. Я стан дал. Отошли от него, всегда отходите от него, отбегайте. Только Поклонска танчит его. Он ваншотает. РДДшек. Те завоеватели. Иди агри его. Все, иди агри этого моба. В комнате говорите, не бойтесь, главное не дохните. Завоеватель опять. Завоеватель. Защитника станет. Трися, а твой первый стан будет со следующего моба. Давай просто сливаем. Следующий защитник, трися, первый станет. КД у меня.
Вот, кружок, кружок. Кстати, застаньте его. Куб пройдете, если без смертей. Это будет очень хорошо. Так, Макгрегор, один останешься наверху. Босса никто не трогает. Спускайтесь вниз и ждем. Всех пятов там просто на пассив ставьте, идите по кишке и спускайтесь вниз. Макгрегор, да, Хан, поставь пятов на пассив, там иначе боссу нагрится. Саня, давай, твой первый стан защитника будет. Сразу подходишь, стан даешь, убегаешь от него. А чем мне к вам не прыгать потом? Давай. Защитника, защитника, пацаны. Нет, ты там остаешься пока. Защитника. Тебе скажешь, когда сагрит. Отлично, давайте опять кружок. Играйте в завоеватель. Ралли хильте. Идите за игрок. 500 гп смерть. 500. Да я и так автоатачу. Красавчик. Ник. Бежали все от него. Дал ему стан. Бейте защитника, ребят. Кот, не бей вообще. Так, мы спрыгиваем, Макгрегор остается. Да-да-да-да-да. По моей команде начнем, сейчас следующий трэш сольем. Прыгивайтесь вниз. Сейчас бежим. Стойте пока в кружке, пока в кружке стоим. Вот этот трэш сливаем. Давайте, идите все вниз скорее. Не торопимся, торопиться некуда. Трэш ждем, еще трэш ждем. Макгрегор, там один остаешься наверху. Следующий трэш сливаем. Сливаем его. Защитник, защитник. Ушли от него, законтрольте защитника. Точечно слейте его, защитника, точечно слейте. Затраж добиваем. И будем спускать. Жди, пока жди. Давайте. Вот спускай, спускай, агри его. Разошлись все на рейндж. Расходимся на рейндж. Агрим, поехали. Все. Траж залить, ребята, помогите. Ты, Макгрегора. Меняйтесь под бафу. В центр ставь, босс. Хорошо, ребята, помогите залить трэш. Танки. Эти рост. Играемся в босс. Поклонская уже агри на себя. Видишь, дебаф на нем висит. Стоим все на местах. Главное, в точке в одной не стойте. Рассоситесь на раньше. Ты хоть знаешь, что знаешь? Красава, хули, блин. Так и стоим. Все, иди, отчет. Вы убили, что ли? Ну, это в повороте виноват. Да. Что в повороте виноват? Бейте, босс, бейте. А на оранже? Убожество. Я вам что-то ваншотнул. Великий, я говорю, отойдите от босса. Видите, вас там много. Уйдите к стенке вообще, и стойте там. Ралли ни к чем, выйдите с мелизона. Студите к стенке. Да я ручник обнимаю. И танчите там. И на меня поднимаем, Макгрегора. Конского все хилите. Макгрегор, вставай, дайте ему баф и добивайте. Давай, меняй, меняй его, Макгрегор. Видишь, дебаф висит? Да, да, вижу. Все, забирай, значит. Да, просил же милики, но отойдите вы к стенке. Там в мелизоне вытерлись. Ладно, на Next КД сделаем. Знаешь, что значит, придержите мечи? Пришлите меня. Я остаюсь. Ничего, нету печати с ним. Потому что это обычка. Багер режим активировать, чтобы было чётко. Ясно. Рольч, пояс. Включи жди. Тебе бисовый на ДФБ. Да, да. Ходит вроде хорошо.
как бы в тему. Корон, рольте. Куда ТП? Искра воображения. Корону, рольте. Так, что, Зумбрина вроде? Ага, не нас туда вижу. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. А куда портится, ребят? Искра воображения. Здесь это пожарника делать не будем. Не-не-не, какой пожарник. Забудьте про него. Кто хочет, кто хочет пожарника на форум тему, пишите, чтобы разбагивали его. Багнутый пожарник, я собирать на него не буду, нахер надо. Это полный. Так, короче, на Мимироне 3 хила. Черный лимон. Светодар. И... Ну ладно, тогда у Аники нету, раз Аника будешь. Кисик спекаси вот этого первого. Кстати, оп. Обычный режим тоже, если вайпаешься, он тоже может багнуться. Было, то как раз так было уже реально. По-моему. Он ребят... на обстреле багается. Подождите. Обстрел идет. Подождите, подождите, не агрите трэш, пацаны, мы сейчас сагрим, короче, и бой повесится. Так, из хилов у кого есть ДД спек, плюсаните в чат. Хилы только. Кисик, Светодар, давай, Кисик и Светодар. Спекайтесь в этих ДДшниках. Так, Поклонск остаешься в протопале и Макгрегор, ты дальше босс. Отбежишь от шокового удара или нет? Макгрегор, слышишь, отбежишь да, или да, нет? Да, 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 мне глаза не держатся. Чего? Нет, это так. Так, смотрим дальше у нас. Дуду типка. Шипы, отлично. Все, мы тут втроем захилим. Будете в метке бегать, синий квадрат. Удиален. Давай тогда такой в Долоран, если покашить будешь. Мы сейчас трэш добьем, бой повесится, и мы сразу начинать будем. Чекаю на готовность на ФК. Собирай, иди пока поклонские, Макгрегор точечно этих мобов. По левую сторону только идите, босса не согрите. Без маст, просто трэш пока сливаем. Так, на первой фазе будете все в синей метке стоять. Великий, смотрите аккуратнее там, не вливайтесь. Не, точнее, не умрите на этом, на шоковом ударе. Скажу заранее отбежать, отбежите. Чтобы не было казуса такого. На четвертой фазе то же самое. По моей команде отбежите. Так, ты сейчас, смотри, прожмешь бабл, короче, и соберешь минки, которые успеешь. На шоковом ударе отбежишь, окей? Так, на четвертой фазе то же самое сделаешь. Так, все. Видите бой? Давайте чекаю на ФК, на готовность и будем начинать. Макгрегор, иди туда во внутренний кружочек, стой там по моей команде, его понажмешь. Все тут в синем квадрате стоим, давай ТТМ ставь. Все, давай, начинаем, Макгрегор. Пока в босса не вливайтесь. Давай, Макгрегор. Бей-бей, босса, Макгрегор. Бей. Элики, не врывайтесь, ждите. Татачьте. Все, теперь поехали. Бейте. Им просто на месте. Саня, мимо его, давай, взрывай. Элики, отходите сейчас. Этот будет шоковый скоро удар. Макгрегор, ты стоишь. Ой, отбегаешь, отбегаешь, отбегаешь. Все, давай, обратно его возвращай. Поближе прыгну.
Время за хиливом рейд. Босса добьем, сюда все на квадратик все становитесь. Сюда все на квадратик. Стоим, ждем пока тут. Так, пижон, маны, черный лимон, залей, энергии. Давайте подходим во внутренний кружочек и набираем рейндж вокруг него. В команде будете в метку сбегаться. Что вокруг него прососитесь и стойте тут бейте. ТКшки в лужу никто не льет. Сейчас отдаем фурбусты. Скоро, чтобы бустим очень сильно бьем. Так, смотрим, скоро метка будет, красный столбик, из нее надо будет выйти. Стоим, блин. Вот из красной метки выходим, кто там? Идеально. Стоим, бьем. Стоим, пока бьем. По моей команде забежим за спину. За спину, за спину, за спину, ребят, не успеваем. За спину, за спину, все, молодцы. Давайте в синий квадрат. Поклонский, на тебе весь левый трэш. Весь трэш сливаем, вообще абсолютно весь. Давайте на третьей фазе, ой, на четвертой фазе. Бейте башку, она появилась. ДДшки вливайтесь. Ребят, на четвертой фазе, смотрите, Макгрегор, держишь босса в центре. Тряся там, как мины появятся, мины взрываешь. Милики бьют низ, РДДшки бьют башку. По моей команде... В моей команде переключайтесь все в тело. Это только на четвертой фазе. Лонска, значит, бабл нажмешь на четвертой фазе и мимо все соберешь, окей? Помощь. Хорошо. А сейчас всех мобов уводи с рейда. Сюда в синий квадратик встали, откуда начинали. Грегор, там босса и держишь. Ты танчился на первой фазе. Все милики низ, РДД бьют башку. По моей команде переключаемся в центр. Переключаемся в центр и постоянно двигаемся за спиной. Но это только по моей команде. У нас что, никто не сдох? Да, нет. Давайте бейте, давай рост. Давай рост, давай рост. Рост, бейте, играйте. Клонский сейчас готов, все мины появятся. РДД, стоп, башку не бейте. В центр переключились, РДД. Центр. С красной метки вышли под босса. Под босса встали. Центр, центр бьем. Все центр, ребята. Все центр. Давайте бейте в центр, за спину ему, за спину. Умирайте, Шус. И низ все добивайте, низ. Ну, почти. Так, сейчас спросим, был зомби тут? А, он вылетит. Да, я вылез, ребят. Типа, мы не сделали бессмертие, да? Три человека умерли, как мы сделали. Рести. А, и остался кому-то на завоевателе этот Мимирон? Смотрите, там еще кисы. Блядь, ну каждый раз одно и то же. Может, ты в Долоране посидишь, если ты лагаешь? Да, я видел. Ни к чем там, Прайд умер от залпа ракетного. Провал безумия? Нет, там вылившийся. Без акции не знали. Так, короче, вылившаяся галерея и налево. Вот куда вспомнил.
Ждешь, пока не агрит. Обвалившаяся галерея налево, с ума не всех и начинаем. Тенефобию будем делать. Да, тенефобия без смертей. Вот что мы сейчас делать будем. Ставьте шкаф, Вудик, ставь шкафчик, пожалуйста. Да так. Смотрите всех, не будем начинать. Блять, точно, про шмот забыл. Кстати, пока тут сейчас схожу разоролю. Подойду покурю на пару лет. Пока трэш не огреть. Лучше подождем, без смерти сейчас. Все зальем. И уйдем на босса спокойно. Сейчас лут будет. Скажу, взроли шмотки. Зомби, слышишь, поди, ты в Долоранчике посидишь, потому что сейчас тенефобия будет. Плюс еще без смертей. Как надо смотришь. А с кого падает печенька на плечи? С йога. Поксарон. Класс. А то есть типа шанс еще есть. Грустно, но вкусно. Ритуальные обеды. Что я тебе скажу, дочь? Ритуальные обеды. Ты слышал, что я говорил? Грустно, но вкусно. Была реклама. Ритуальные обеды. Жестко. Давай первым зомби еще. Они там все равно одинаковые. Так, сверху, ребят, рольте. Все вообще рольте. Вуди Аллен, кисик, черный лимон, топ-роллы просто. Угу. Так, кто у нас выиграл? Холи Локи или нет? Не ошибаюсь. Или будь в теме? 87 там. Будь в теме. Вижу. Все. Давайте сейчас приду. И будем трэш заливать. Так, сразу кто на боссе, запоминайте внимательно. Сейчас на ФК чекну. Так. Пеника, черный лимон, светодар, кисик, пеппер. Вы остаетесь в хилах. Вы в хиле будете. Хильте по классикам. Эй! Скоро хильте, ребят. Я ушел оттуда, не могу похилить. Прикинь, ты сейчас на генерале зависнешь и запоришь не только себе, а чё-то и остальным. Чё? Зомби, слышишь? Чё, я прерываюсь? Нет, да, слышу. Нет. Ты пусть на автоатаку поставят, типа, на пилс. Встаньте метку. Следующий мой стан будет, потом поклонский. Давайте я застаню. Нет, встаньте его. Светодар или кто-то по конски застанет. Бейте моба. Бейте сильно. Чемпионат, да. Так, кстати, тут пока не агрите трэш. Давайте зомби все-таки засуманим. Рискнем. Поставьте шкафчик. И блэк зомби. Суман. Надеюсь, ты не вылетишь, не залагаешь. Так, теперь туда врываться Поклонский, Макгрегор, все на пулы даете на Макгрегора. Пойдемте. Я, кстати, тоже слабое звено, у меня сегодня был этот эрор, глав эрор. Пойдемте трэш бить. Ну, значит, ты два ранее посидишь. Идите, бейте трэш массой там заливать, только мелики сразу не вырывайтесь.
Когда давай, печатаешь, слышно? Мне в хила обратно. Нет, тут 5, короче, хилов будет. Так, а у кого кисик, по-моему, и Светодар. Светодар, у тебя ретрик есть, да? Да, я в ретрике сейчас. Оставайся в ретрике, а Жека дует тип успехи сейчас в ДЦ. А вот ДКшек Лик Смерти, он мансуха, и он ходит от хибаш чуть-чуть, или нет? Нет, Лик Смерти нет. Прямте сразу, на ходу добивайте. Нет. Хан, давай ставь, врубай, и помчали. Так был же. Короче, смотрите, на платформе спрыгивают только два танка, все стоят в синем квадратике, и туда масуху заливаем вниз. А меликом тоже спускаться вниз? Че говоришь? Меликом тоже вниз спускаться или ждать? Не-не-не, жди, без тебя залив. Давайте становимся. Все в синий квадрат. Два танка вниз. Поклонский и Макгрегор. Джеронимо! Давайте. Хильте все хилы Макгрегора. И заливайте массы мобов. Вниз никто не спускается. Все в синий квадрат стоит. А сейчас ставь тотем вот. О, молодец. Макгрегор, введи сюда же следующих мобов. Хорошо, хорошо. Тайду две минуты, надо там. Веди, веди мобов уже, веди. Устанавливайся. На, качай. Эти массы заливайте. Пижон и массап киньте по инору этому черный лимон. Игра, конечно, у тебя. Напуливайте на Макгрегора. Стоят вверху все, только РДДшки. Куда даже к ТДЦ? К трэш доливаем и будьте внимательны. Вот кто в метке сейчас стоит, мы отходим назад на 15 метров, чтобы не упасть в пропасть. Вниз туда. Отошли назад, пару шагов сделали и перемещаемся на самую метку. Я местоположение свое сменил. Давайте в синий квадрат все. Под ноги смотрим аккуратно. Давайте, следующий трэш, ведите танки. Слушай, это Black Zombie, я, короче, вышел с игры, потому что я лагаю, я правда за зруб расточил и все вам. Все окей. Хотя на чуть-чуть. Когда не пошел из игры. Black Zombie, ты еще тут? А что? Ты из игры не вышел. Зайди в меню выбора персонажа, потом выходи из игры. Как? Я Alt F4 нажал, вышел. Блять, а ёба... Alt F4 не выходит из игры. Ну давай, сейчас твинком зайду. А, всё, вышел. Если твинком зайду, уже выкинет? Всё, выкинуло. Alt F4, ты не выходишь из игры, персонаж твой остается в игре. Он инс не заполнит? Я вот этого не помню. Он уже вышел, так что все нормально. Все окей. Спускаемся и лево.
Тяни его сюда. Бери кружочек. Пейте, пока бейте. Как раз добьете. Пафу проверяйте, ману восполнять. Будем начинать. Ребят, смотрите, сейчас приказ кину по кросс на отдаление камеры. Скопируйте СРК, вставите в чат и камеру максимально далеко отдалите. Сейчас будем делать тенефобию. Ну и соответственно параллельно еще бессмертей. Даю две метки. Так, смотрите. Дуду типка, иди налево. Расходимся, давайте на рейндж. Теперь слушайте, кто чеку на АФК. На готовность. Чекаю, называю, кто куда идет. Так, Холи Локи, Вефа, Пижон, будь в теме. Графит, Вуди Аллен, вы идете в синий квадрат. Лапу бафните. Теперь, соответственно, Фотон, Васап, Реал Прайд, Зулдрина. Идете в кружочек. Идите ко мне сюда. Камеру максимально далеко отдаляйте. Так, васап кинь мне, Инер, пожалуйста, нахпало. Теперь далее, смотрите, два хила будет под боссом. Блять, Джерин уже надо засумонить. Я там шкаф поставьте, засумоньте и слушайте, что я говорю. Теперь два хила. Так, Светодарт у нас в хпале, в ретрике вижу. Эника, ты хилил этого босса под... ногами у него, как на ребре, короче, как ребро убиваем. Хилил ты или нет, Эника? Надо, короче, тебе надо будет хилить только танка, точечно. Частицу на него вешай, можешь даже не вешать, и хиль только танка. Ты пойдешь, короче, в ноги. Вот я сейчас метку поставлю на Макгрегора. Вот. Иди в трусы теперь, к Макгрегору прям вставай. В трусы сейчас будет батл рэп. Так, поклонский у тебя есть? РДД спек. О, этот. Ретрик. Еще в ретрика тогда прямо сейчас. Ну, блин, плохо сказал, давайте. Крест к Макгрегору. Вот все милики, Макгрегор, иди сюда. И подходи к прям к боссу сейчас подходите, кого называю, но ничего не тыкайте, вот здесь остановись. Кресте прям стой. Давайте все милики к Макгрегору идут, ничего не тыкают. Просто стоите там и ждете. Давайте смотрите, под боссом Эника и Кисик. Все, вы вдвоем хилите танков. Сама основная танка. Эника, ты хилишь первая, мана у тебя садится. Потом затем хилишь вторая, Кисик ты. Это понятно? Я скажу, как Кисик тебя начинает хилить. Подожди одну минутку. Да, теперь. Пеппер хилит кружочек, кого достаю. Хилит кружок. Так, кто у нас еще? Так, а черный лимон? Ты иди влево и хилишь свою пати. Угу. Там в квадратике кого достанешь и хилишь по фрейму, кого достаешь. Ребят, чекаю на готовность на АФК. И будем начинать. Нельзя ж бить, да? Эти точки, эти хуечки будем делать? Не-не-не, Жек, ты в ДЦ. Ребята, смотрите, бейте массуха, что хотите делайте, главное отбегайте от этих фиолетовых копий, короче, которые будет босс кидать.
Слушайте внимательно, я буду говорить, какая апатия будет бежать. Либо квадрат, либо кружок. Встаньте все ровно в одну точку и все. Я говорю, например, кружочек побежал влево, либо вправо, неважно. Лужа разлилась, копье упало, лужа появилась, вы туда заходите и начинаете бить. Только смотрите опять же за агро, РДДшки, маги, солы, вы там будете по 170 тысяч бить. 50% агро набили, стоп, 0 урон. Стоите, ждете. Кидается метка безликого, это такой зеленый, короче, лучик. Вы убегаете туда, к выходу, откуда мы пришли. Это все понятно? Все, тут ничего сложного нету. Если кто умеет, на ходу хилиться, потому что могут вас хилы не достать. Последний раз чекаю. Короче, тут главное выжить. На ДПС пофигу. Так, теперь Макгрегор, давай по моей команде начнешь. С ЛПшки. Милики не врываются пока. Давай, Макгрегор, начинай с ЛП. Агро набирай. Все на пулы сейчас на Макгрегора. Все, все, милики врывайтесь. Милики бейте. Так, Эника, ты хилишь только Макгрегора. Копье, 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 побежало, квадрат синий. Квадрат, убежали, убежали. Долго реагируйте. Все, молодцы, вернулись туда и стоите бить. Так, моя. Кружочек. На нахуй. ТГП 200 тебе сразу начнешь. Давайте стоим дальше. Побежали. Опять моя пати, кружочек. Давайте вернулись обратно. Остановление жизни. Давайте побежали. С метками опять моя пати. Убежали далеко. Когда перса на боссе, Макгрегор прижимаешься. Другая пати побежала, другая пати. В зеленую лужу никто не заходит. Никто не заходит. Стойте все в метке. Даешься. Перса, прижимайся. Другая пати побежала. Блять, ну долго реагируете очень. Стоим, ждем. Опять моя пати побежала. Так, вернулись. За агро следите, ребят. Очень важно. Другая пати побежала. Другая пати опять побежала. Следите сами. Набирайте максимальный рейндж, какой класс позволяет. Опять другая подходила. Таунт. Графи, бля. Таунит, босс. Добивайте, как это сказать. Чё, добьём? Не дай бог, ты сейчас подохнешь. Падай. Ну это, блядь, 200 кп. Убивать с рейда. Тупые за своим огромным следом. Саня, у тебя есть права начислять? Вот Real Pride 200 начисли и граффитов 200 тоже. У меня нет ладона. Так, все отлично. Почти бифорде сделали. Очередной раз. Вроде палец, ребят. На РДДшке-то хилы, наверное. А блин, я же такой рок кинула, ты чё, пижон? Ну и что там, кроме граффита? Real Pride и граффит. По 200 не гони. Пушки ролить. Ролится, пойдет? Да-да-да, ролить. Следите за чатами, я там линканул. Так, кто выиграл? Светодар, да? Да, вроде. Левефа, надо тебе идти с этой? Да, Славик, заходи, наверное, да. А, не-не, подожди, ты танчить будешь. Он ралли 68. Так, подыгрывай, начало. Да не, это мне не надо. Короче,
На рольте это палец. Там пацаны, кому надо шмотки на ПТ-226 уровень. Сами там в чат разберитесь. Потому что по этой мелочи не буду зацикливаться. Йоу. Короче, Димон, два осколка падало сегодня. По-моему. Один. Так, Димас. Я тебе РЛ передаю. В среду ходить, Саня, я тебе говорю, в среду по 4 падай. Я тебе, короче, РЛ передал, я сам захожу на ШП. Но мы еще не били, типа, Острокрылую, Игниса и Собрание. Расставляй ПГ рейд. Димас, помоги мне, я сейчас зайду на ШП, чтобы время не терять. Здесь сейчас плюс 0 будем делать? Да, да, плюс 0. Кто в комнату идет, плюс в чат ставьте. Жесткий. В среду падало, типа. С тех боссов я никогда не падало. С Собрания упало. Но с Фрейи падала, с Везекса падала и с этого, как его, и с Мимирона. Первый раз в жизни увидел осколок Мимирон. Чё, там есть места для фула у вас? Пока фула, но... А я в РК буду, если шо. Окей, ну думаю, скоро освободиться. Сейчас, надеюсь, льду, если получится, быстро закончим, потом ВВК соберем, либо РС-очки, поэтому далеко не отходите. Сейчас чем быстрее убьем, тем. У нас плюс 0? Да, плюс 0. Мне как раз тринька надо на хобби приста, я как раз хобби приста заделал. Пойдешь в комнату больше отрабатывать. Тринку. Хилить сейчас хобби пристал, ты чё? Да тут три хила. Три лобочку замутить, ты чё? Смотри, в идеале сейчас по ФКшу, ты там, в общем, могу в комнату пойти, там я приду, скажешь мне. Сколько тебе ФК надо? Ставьте шкаф за мой тебя. Сколько тебе ФК надо, говори быстрее. Ну я поставлю там вариться. Ну иди. Присмотрите меня в пятой группе. Давайте раздупляем быстрее. Кто в комнату пойдет? Бля, 10 плюс вставьте. Пижон, ты в комнате был в ЗСУ? Знаешь, что там делать? Я был не в комнате, но знаю, что делать не в комнате. Откуда знаешь? Я уже, ну, главный в плане. Так ты в комнате не был? Нет, в комнате я не был. Понятно. Тряси Ретрик? Да, тряси Ретрик. Короче, Саня, смотри, будет комната с королем лечом. Представляешь, что такое? Как она выглядит? Да, я знаю. Вот смотри, Саня, на этой комнате ты как только появляешься, видишь эту комнату, ты жмешь бабл и идешь, разбиваешь в центре щупальца, льешь там лугу и ОУЕ даешь. Так, тут типка. Давайте подумаем, кого же мы пойдем в комнату. Алло, меня слышно? Алло, алло. Да, я уже поставил вот первое, второе. Так, приблизительно я понял, кто может что-то делать, и надо еще двоих людей. Думай сам, кто кого почему убить. Будь в теме, по-любому надо хода. Ну, а он что-то шарит? Будь в теме, ты же убивал с нами, по-моему, да? Давал там стаю, когда надо. Нет? Граффитов сегодня. Я вспомнил, подожди. Будь в теме, убивай, ралли. Заходи на ханта. Вообще четкий тип, я помню. Четко делает. Заходи на ханта, ралли. И, короче, и плюс один хил туда. Че, будь, слышишь, Дуду типку в ДЦ возьмем. Жека, ты же шаришь за ДЦ, как там что делать, да? Да. Ну все, вообще красава, ебать. Давайте, ребята, смотрите. Так. Дуду типка, ты слева, квадропедра справа, все правильно. Так, я даю метку. Дай мне РЛ. Асе этого. Или ассиста мне дай. Тебе дал, расставляй пока. Ставлю, короче. Череп ставлю на дуду типку. Первая группа вся в комнате с драконами бежит налево. Ориентируйтесь на него. Вообще в любой комнате, ребята, вы играете по своей пати. Первая налево, вторая направо. Вторая группа, я ставлю, короче, квадрат. Бегайте за мной. С порталами объясним. Да-да. Сейчас расскажу. Поставлю, это уже хрень. Смотрите, там будет портал.
типа по 4, типа по 4 слева, по 4 справа, один у рожи просто так в зубах и один за его спиной, типа. То можно сделать так: ДЦ заходит в рожу, сова заходит за спиной, потом первая слева батл рэп, дудутипка, батл рэп Неверавен, графит Минилтор, и типа справа Трисия, Холилоки в идеале и Халкер. Короче, мой предпоследний. Повтори, пожалуйста. Еще раз, Диман, только помедленнее. Ничего не понял. А, блин, не так сделал. Надо сделать так и так. Вот типа в первый портал заходит дудутипка, то, что в зубах. В самый задний заходит сова, то, что за спиной. Потом слева типа заходит Минилтор, Квадропедра, Графит, Батлерэп. И справа заходит Трисия, Холилоки, Вудиалин и Хаукер. Типа поняли, да? Четыре слева, четыре справа, один в зубах, один за спиной. Чтобы не было путаницы. Мой, короче, первый слева получается. Ой, второй слева, да? А, второй слева, мой первый слева. Мне пофиг, куда заходить лично. Я могу и в четвертый, и в третий. Сейчас, подожди. Ну, знаешь, я типа захожу с правой типа стороны, и когда вся игра начинается, почему-то захожу в левый оставшийся. Короче, смотрите сейчас. Кроме понимания портала. Если кому что непонятно, еще раз объясни помедленнее, кто куда заходит. Главное сейчас порталы, чтобы все поняли, кто куда заходит. Порталы. Первый у рожи заходит ДЦ Дудутипка. Задний самый за спиной Юксерона заходит сова Неверавен. Потом четыре портала слева заходит я, Минилтор, потом Квадропедра, Графит и Батлерэп. Справа Трисия, Холилоки, Вудиалин и Хаукер. Это может Вефу отправить вместо меня, потому что там у него демона нет. Кто? Ну типа я могу демоном пойти в порталы, но я там не дам такого ДПС. Зачем вам надо думать по себе Африку? Зачем тебе демон? Ну потому что у Вефы нету демона. Графит тоже, наверное, Африком пойдет в комнату. Сколько времени вообще в комнате дается? 50 секунд, по-моему. Все про все. Это минута, ты заходишь и начинается отчет от 59. Минута, да. Да-да-да. Минут. С момента первого, кто зашел. Ну только порталы появились, короче, все, минута уже отчитывается. Каждую секунду рассчитываю. Вообще абсолютно каждую. Ясно. Короче, пробуем пока так. Если что, потом будем в комнате ребят пробовать менять. Смотрите, напоминаю. Напоминаю, первая группа налево всегда, вторая направо. Так, сова, ты там жмешь дубовую кожу и хилишь себя по возможности. Перед порталами все ходки на себя, кто может, накидываете. Короче, я подхилю вас, если что. Слышишь еще, какой момент у нас справа некому хилить? Дудутипка типа налево пойдет. Справа так. Некому будет подхилить. Если в комнату с драконами будет. Типа под проком хилить флешкой. Или специально туда засунул третий паладин. Ну смотри, Саня, на тебя надежда. Если что, подхиливай, ребят. Надеюсь на тебя. Так, теперь по танкам. Слайд, сейчас посмотрю, спекнулся, да. Теперь смотрите, три танка у нас будет. Поклонский, Макгрегор и Войд. Войд танчит у ворот вот здесь вот. В метке сейчас я покажу. Вот треугольник поставил. Все остальные два танка вы подводите к нему трэш. И вы не должны стоять как на лече, короче, танчить. Вы должны кайтить его, понятно? То есть там вот сагрили и побежали от него, бегаете от него, кайтите. Сейчас Славику напишу. Создать на танка. Так давайте СС и Графит кидай на Вейда. Вуди Аллен кидай на Макгрегора. Вефа кидай на Поклонскую. Так, все, последний чек, и давайте уже начнем. Так, Фотон, подходи, Фотон, и будем начинать. Гильдирейт. Ребята, куплю еще фласочку РДД, продайте кто-нибудь, пожалуйста.
автомата как можно сделать. Еще раз предвидели, ответственность стоит. На, я тебе дам. Ты зачем? Так, ладно. Я говорю, что так, ты лут поставил просто. Пойдемте теперь все в треугольник. Пойдемте, пойдемте уже начинаем. Пойдемте босс бить. Первая фаза, снимем меточки. И просто точечно играем. Сюда встали и стоим. Танки оббегайте вы уже и стойте там под Сары. Сара Джей Коннор. Кружочек. Это всегда в кружок. Играем тупо в кружок. Агрите. Агрите уже под собой. Все, я обратно вернись. Все, отлично. Все, постоянно в кружочек играем. Забирайте его. Если моб вне рейда, его не трогаем. Маски забирай. Так, на саб давай этот. Звездопад. Это кружок. Посмотрите. Все, мы отбегаемся. Кружок. Захилим. Захилим, захилим. Последнее это. Теперь танки, уходите, замедляйте его. Уходите оттуда, замедляйте его. Разошлись, разошлись. Босса, ой, трэш этот добили, спиной повернулись и ищем большое щупальце, толстое такое. Все РДДшки играют в него. Соло ни в коем случае не откидываете. Ну тут рядом, отошли, отошли, ребят, сейчас ваншотнет кого-то. Далеко убежали. Проклятие, диспелим шамана с меня. Так от черепка надо будет отойти, там лик такой будет. В лучах не стоим зеленых. Черепа отошли. Черепа от хули. Отошли от него. Хули вот. Справа там щупальца. Вы сбегите. Я по, блин, сюда, я никуда побежал. Это что вы делаете? Вы не на мяу диспел, ребят. Справа щупальца мелкая. Опять не стоим в этих лучах. Не стойте, не стойте. Щупальца добили, подходим по своим местам. Рассосались. Это ошибись, уже 80. То в порталы пижон, не заходит. Ко мне, пижон. В порталы не заходит. Пижон ко мне. Вокруг озера. С пактом сбежались. Заходим в порталы. А тут дракон. Давай топай, пижон. Трепещите, смертные. Конец близок. Кто в портал? Заходите в портал, Зоран. Бьем, 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 щупальцы. Готовься, готовься, хам, сейчас стая будет. Давай, стая, 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 побежали. Отлично, красавчик. Нота плохая, но ничего. А, так и нормально. Сколько там времени? 20 секунд. Пока. Пересказ потихоньку к порталам смещаемся. Идите, босс. Давайте 10 секунд, начинаем выходить. 7 секунд, выходим, выходим, выходим. Хреновая комната. Давайте пока не подходим к своим порталам, просто недалеко от своих мест встали, как сейчас заходили. Сливаем щупальца, которое видим, стоим недалеко от своих мест. Кидаем там. Давайте ходки накидываем на себя, уже подходим, подходим, сейчас заходить будем, ребята. Давайте, давайте, подходим, подходим. Удивлен, там мой. Порталы зашли, зашли. И в порталы. Блять.
Им стенку облизываем, на ходу доту кидаем. Бейте. Отставил. Все отлично. Дайте 20 секунд есть. Бейте мозг. Будет третья комната. У кого мало здравомыслия, плюс нити. Меньше 30. 36 у меня. Все. Теперь милики, заходите кто-то в порталы. Когда выходите? Хочет... Выходите из порталов. Выходите. Да это херня. Да я в три комнаты будем пробовать. Выходите. Скорее. У меня 36 тоже. Кто-то в портал не заходит. Почему у нас только 9 в порталах? Теперь у кого мало здравомыслия, тот не заходит. Милики, РДД. Заходите, у кого много здравомыслия. Все, заходи тоже, хирых там. Поиск, пак. Ага. Кирик, заходи со мной. Хорошая комната. Блять, кто сожрал портал? Батл Рафхиль. Он спереди, блять, стоит портал. Впереди еще пальцы. Долго слева. Да побежали, мозг бить. Успеете? Да до конца. До конца остаемся. Давайте бьем мозг. 20 секунд есть. Хилы все тоже бейте, помогайте там. Я убью его сам. Кстати, бейте мозг. 100% еще. Давайте, это 4%. Может, можно? О, все, перевели, давайте выходим. Ищем синий квадрат. Все в синий квадрат встаем. Давайте, давай рост, бьем босса все. У кого больше 30 здравомыслия, не отворачиваемся. По моей команде отвернулись, у кого мало отвернулись. Стоим, бьем босса. Так, повернулись, бьем. Хэпал готов, мастер аур под оглушающий рев. Бьем босса. Вернулись, бьем. Тыкай. Тыкай, мастер аур. Блять, хуёво, не прожал, ошибка. Пожалуйста, повернулись, бьем. Отвернулись. Главное, с ума не сходите. Вернулись, бьем. Слить, милики, хуливоки, слить. Бейте босса, бейте. Весь трэш с рейда уводи, весь. Вернулись. Повернулись, бьем. Так, один каст дали и отвернулись. Далее отвернулись, стоим, ждем спиной. Сели сюда в синий квадратик чуть-чуть. Отошли от трэша. Так, повернулись, бьем. Синий квадрат сместились. Бьем босса, повернулись. Так, отвернулись, стоим, ждем. Забирайте весь трэш, уводите от нас. Отвернулись, стоим, ждем. Повернулись, бьем. Чуко, больше 40 здравомыслия, 30 даже, не отворачивайтесь, один каст. Так, стоим, ждем. Отвернулись. Элпрайд. Убить его, убить милики. Повернулись, бьем. Смотрите, сало 2 секунды. Один каст даем и отворачиваемся. Повернулись, бьем. Вот теперь отворачивайтесь. Повернулись, бьем. И квадрат все, ребята, в синий. Кайтите трэш там танки. Войско зовите там, если не завалишь. Так, отвернулись, у кого мало здравомыслия. Стоим, ждем. Быстрее, там Грегора подхильте. Жжем. Дайте эфир, дайте там замедление какое-то. Это все. Подайте. Там какой-то шипой сходит с ума, но это в шоках. Такой вопрос, почему я живой? Угу. Я не могу по нику, ой, по голосу никто определять. Ты уже мертв. Харкер. Ты уже мертв. Сейчас умру, да. А пока, блядь, меня убьет он. Все. Короче, вам что хочу сказать. Пейте банки на СПД всегда вообще, когда в рейды в такие ходите. Да, мы тупо всегда все вергиром берем. Дайте банку.
на 4 минуты. Сейчас тоже баночку возьму. Продайте кто-то. 150 голд дам. СПД? Да, 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 СПД. Я дам.